Наргиз Закирова. Мне 42 года. 4 года первый раз вступив на сцену, я поняла, что это моя жизнь. Я родилась и выросла в Узбекистане, в Ташкенте, и в 95-м году переехала на постоянное жительство в Нью-Йорк. Я никакой субкультуре не отношусь. Татуировка – это часть меня. А то, что у меня сбритая голова – это просто какая-то элементарная прихоть. Наши мечтают пробиваться там. Почему вы здесь? Там я, в принципе, состоялась. Да, но, посмотрев проект в прошлом году, мне очень захотелось поучаствовать в этом празднике. Я точно такой же человек, как и все. Несмотря на эти татуировки, на этот брутальный вид, я точно так же могу и плакать, и смеяться, и быть доброй, и быть злой порой. Опасное в творчестве – это банальность. Вы выглядите не банально. Для меня это уже знак, что за вами надо следить. У меня было уйма выступлений, но перед каждым выходом на сцену у меня, конечно, есть мандраж. Я себе желаю быть самой собой прежде всего. Когда тебе зритель верит, это настоящий успех. Спасибо.